Шанти-РФ, подшлемник Face Control сплав, 92 эластан, 92 полиэстер, 8% эластан. Это у нас получается Polartec Shelter, Power Shield, Polartec Power Shield. Материал крутенький, изнутри велюровый, снаружи гладенький, чтобы проще было использовать, собственно, как подшлемник, под шапку или под что-то еще, под шлем, например. Пробуем надеть, у меня большая башка, он довольно эластичный. Вообще почти как родной надевается. Так, это для шнобеля. Так, ну что, мой шнобель нормально влез. Очень приятно сидит. У меня вот был мотоциклетный шелковый подшлемник. Он, честно говоря, вот поверху примерно так же ощущался. А может, чуть-чуть менее плотно. Ну, там подрастянется со временем. Нормально, что, нормально. И вот есть отверстие, можно дышать. И вот что-то даже можно какую-то речь вести осознанную. Вот. Ну и можно найти положение, где он не слишком нам мешает. То есть, конечно, ко всему этому надо привыкать. Вот сейчас я стою, мне не нравится, что он давит. Но они все будут немножко давить, иначе они будут спадать. В целом, я думаю, что все хорошо. Можно скинуть вниз, он это позволяет. Пожалуйста. Можно как-нибудь еще вот так вроть. Какую-нибудь такую историю сделать. То есть, в принципе, штука функциональная, полностью опущенный зубы, получается шарфик. Мне нравится, ничего плохого не скажу. Ребята, это штука для спорта. Нельзя убивать людей, совершать уголовные преступления. Нельзя, ребята.